О, боже! Бежим, Фальцы, бежим, бежим! О, мой бог! Блин, походу этот чувак был спортсменом. Почему террорайзер как будто бы парит в воздухе? Потому что он реально парит. Погодь! Я починю его! Вот так! Окей, я это я? Нет, ты Гитлер. Оу, ошибочка. Что ж, мы начнем, когда зайдем туда, или... Нет, нам надо, слушайте... Прочитать? Да, нас тут ждет эпичнейший сюжет. Что если мы будем читать по одному слову? Но мы будем делать это жутким голосом. Да. Ладно, кто первый? Это... Погодите, мы сначала должны решить, кто будет первым. Короче, давайте я начну, кто будет вторым? Я последний! Ладно, ты будешь последним, учись у лучших. Ок! Это... История! А? Что это было? Капец, ты сказал это так по-мексикански! Я учусь, я все-таки еще учусь! Это... История! А? Том! Как? Полицейский! Участок! Расследовал! Одно! Дело! Крики! Ты сделал голос, как у того чувака из «Красавицы и чудовища»! Вопли! Доносились! Из... Самой... Темной... Гучи! О, да, простите, в... То есть в... Лесу! Авроры! Мы будем все читать? Да, после монтажа это будет выглядеть круто! Тоже хочешь играть в крутые игры в Стиме? Но ты живешь в России и не можешь пополнить кошелек на аккаунте? Я покажу тебе, как это сделать просто, быстро, дешево и безопасно. Для начала по ссылке в описании заходим на сайт сервиса Купикод. Это сервис с самой низкой комиссией на рынке. Вводим логин от своего аккаунта в Steam. Сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта, только логин. Поэтому ваш аккаунт останется в безопасности. Вводим сумму пополнения кошелька и промокод «Перевод», с помощью которого комиссия сервиса снижается на 2%. Жмем кнопку «Оплатить», вносим необходимые данные и оплачиваем заказ. Кроме того, на Купикод можно купить игры напрямую и получить их гифтом на свой аккаунт. Причем здесь доступны игры, которые в самом Стиме пользователи из РФ купить не смогут. А промокод «Перевод» поможет получить скидку 10% на заказ. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение и покупку. Также на сайте можно пополнять казахские кошельки в тенге и кошельки других регионов. Все ссылки и промокоды в описании под видео. Согласна. Сведениям. Местных. Жителей. Там. Было. 5. Человек. Лепрекон подключился к чату. Я появился не вовремя, извините. Чувак, этот голос лепрекона такой стрёмный. Но он смешной, потому что я сразу представляю того чувака с этим глупым лицом. И при этом он еще так разговаривает. Ты делаешь для него голос дурачка. И это капец как смешно. По сути, я украл этот образ и сделал свою фигурку. Прилепил на нее ирландский флаг и просто продавал. Тим Бёртон и Дисней скоро засудят меня. Только если мы вставим это видео. Да вставляй, мне пофиг. Я представляю, сижу я такой в суде, и тут они ставят это видео на паузу. Ну что, мистер Хенби, что вы скажете? Нахер Netflix. Ага. А рядом будет еще сидеть Майкл Джексон. Итак, следующее дело. Судебный иск от семьи Джексонов. А еще там будет Арнольд. И он ему такой: удачи. И Гитлер заднего ряда: а когда моя очередь? А кто будет судьей? Нагло. Конечно же, Ногла. Это будут Ногла и Иисус Христос. Нет, Ногла будет стороной обвинения. Ногла будет стороной обвинения, а Бог судьей. Да. Смотрите, эту карту сделал кот. С пальцами. Ладно, у нас задание найти шляпника, Арнольда, Майкла Джексона, Коби Брайанта. И кого-то еще, Черт, кто ты был? А, Гитлер. Оу, да, как же мы могли забыть? Итак, вы готовы найти этих пятерых людей? И разгадать эту тайну. Все создатели страшных карт используют этот шрифт. По-моему, они все делают одинаково. Нет, обычно тут все написано по-русски. Только два вида людей играют на этих картах. Русские и мы.
И все. Больше никто. Так что... Привет. И замолкни. Помнишь того русского чувака, который переводит видосы в Эдоса? Я хочу посмотреть, как он переведет эту часть. Ооо, 16 февраля. Два дня после Дня Святого Валентина. Это пианино расстроено. Два дня после Дня Святого Валентина. В лесу самоубийц. Три джентльмена. Пытаются разгадать тайну. Пяти пропавших людей, которые хотели засудить терроризера. Так что, походу, это ты виноват. Ну да. Может, мы уже начнем играть? Нет, чувак. Какие игры? У нас тут реальное дерьмо. Парни! Парни! Что? Да ладно, дверь просто открыта. Что за хрень здесь произошла? Погоди, у тебя появился какой-то текст? Нет. О, окей. Я просто удивился, что здесь произошло. Это одни из тех пятерых? О, тут записка на столе. Прочитайте. Завтра. У меня плохое предчувствие. Насчет этого, но это ненадолго. Покойтесь с миром, окей? Так эту записку оставил кто-то из них? Что ты делаешь? Не знаю, я думал, что это важно. Это лежало на столе. Почему в этом месте так пусто? О, смотрите, тащи сюда эту штуку! Смотрите, она для этого! Найдите инструмент, чтобы убрать цепи! Видите, я что-то знал! Я что-то знал! Это Луи. Луи понял это. Да, но я... Так что молодец. Хорошая работа, Луи. Вернитесь к машине! Как жутко. О, мой бог, посмотрите в окно, посмотрите в окно, около машины. Кто это, блин? Не знаю, но оно трясет сиськами. Это какой-то игрок в баскетбол. Твою ж мать, дорогая. Кажется, один из них поселился по соседству. Один из них? У него сегодня был тяжелый матч. Он устал и трясется. Тот факт, что они завесили дверь цепью просто потому, что там написано «Вы обречены». Это круто, да? Нет, это просто тупо! Черт, оно ушло! Мы вернемся к машине? Придется! Я бы свалил! Тот факт! Что за черт? Я застрял! Посмотрите на тачку! Посмотрите на тачку! Что это была за чертовщина? Где мы, черт возьми? Не знаю, но у этого чувака стрёмное хобби! Такое ощущение, что нас похитил паук-человек. Эти звуки как в Зельде! Создатели Зельды украли их отсюда. Звуки зомби, стонущего в гробу, напоминают тебе Зельду? Нет. Кто там был в Окарине времен? Хватит болтать про Зельду! У нас тут вообще-то выживание в страшном подземелье! О, прости! Черт, что это такое? Что там? Тут нужна открывалка! Но у меня есть одна палка-открывалка. Я скучаю по Ланей. Она должна быть в одной из этих... О, боже! Что, вы испугались? Это напомнило мне Зельду, Чувак, ты вспомнил Ланей, она появилась? Ну да. О, вот она, открывалка. Вау, чувак. Очень-очень сложно было найти ее. Очень сложно было найти открывалку. Мне нравится, что ты выбрал эту карту, и ты же ее критикуешь. Да, бро, просто веселись. А что тут такого? Звуки пропали. Давай. Я не... Это было громко. Кажется, мы приближаемся. Ау. Это все жертвы. Что за... Нет, только не снова. Что за... О, мы в безопасности, это хорошо. Какая подходящая картина. Именно так мы и выглядели. Этот чувак очень-очень быстро нарисовал нас. Это как фотки с американских горок. Мы трое выглядели вот так. Вы видели паука? Да. Там был паук? Да, он полз к нам, когда мы упали. Мои навыки выживания быстро сработали, и я пробил пол. Неплохо. Кто дышит? О, это жуткая картина. Это похоже на лицо, которое мы видели раньше. У него шея, как у Наглы! Это как в Resident Evil, оно проползет мимо окна. Окей. Чего? Resident Evil 2. О чем ты? Тут прям такой же коридор, только окно должно быть с другой стороны. Свет мигает. Давайте посмотрим. Вау, что это? Что это было?
Кто это? Я в панике, бежим! Что ты сделал с теми пятью людьми? Я тебя не боюсь. Стоп, погодите, давайте посмотрим, что он там делает. О чем ты? Мы еле спаслись от него. А, тут закрыто. О боже, Луи, он, наверное, уже далеко. Он, наверное, уже свалил на тачке. Он уже проходит в аэропорт. Не такие мы уж и тормоза. Ладно, идем, В стиле спецназа идем. Проверяем углы, Сундук волшебника. Что это? Соберите все фрагменты картины. Ау, тут можно выйти наружу. Скажите, что вы это видели. Я видел, это был толстяк. Я нашел фрагмент. Хорош, чувак, хорош. Тот, кто пытался спрятать это, не очень-то и старался. Эта дверь открылась очень медленно. Нет, мы не пойдем туда, нет. Не, а ни за что, Эту сучку надо смазать. Блин, это капец здоровенное здание. А что ты хотел, проклятый сарай? Это проклятый особняк. О, что это? О, это фрагмент. Это фрагмент пазла. Бежим, парни, бежим. По-моему, нам хана. Что ты делаешь, Луи? Ты чертов идиот, Луи. Я не закрывал дверь, она сама. Окей, тут безопасно, Эй, нам надо сюда. Что это было? Я что-то слышал. Это Мона Лиза? Настоящая Мона Лиза? Да. Это дорогая карта. Тут еще фрагмент. Что это? Кто смеялся? О, посмотри на нее. Давай, Луи, И теперь... А ты обронил. Вот так. Мы сделали это. О, смотрите, Это был ключ. Осторожно, паутина. Аккуратно, Парни, это подарки, посмотрите. Да, это настоящий подарок. Играть с величайшими Веносом и Терроризером, окей? Это подарок. Что это за хрень? Я не знаю, но это выглядит небезопасно, чувак. Нам дали дробовики, там будет босс. Это снова напомнило мне про нее. Это выглядит так, когда она там не бреет. Что? Это когда она злая. Ладно, увидимся, парни. Погнали. Мы отправляемся в ад, чтобы найти каких-то пятерых левых людей. Эу. Это когда у нее эти дни. Да ну тебя. О, это будет битва с боссом. Классическая Зельда, Ага, похоже. А, вот он, классическая Зельда! Вот и он! Это ребенок Джо Рогана! О, черт! Гасите его! Он пародирует гориллу! Слушай, я знаю, что ты хочешь стать звездой американского футбола, но мы не можем этого допустить! О, черт, он идет ко мне! Отвалите! Ау! Походу, я умер! Нет! Я не умер? Нет, у меня то же самое! Что за черт? Нас перенесли? Это был сон! Сколько у вас здоровья? 88! 68! Чего ты ржешь? Я хочу ударить тебя ломиком! У нас было небольшое побочное задание. Мы убили несколько неродившихся детей игроков в НФЛ. Где мы, черт возьми? Оу! В России! Что за... Ау! Оу! Это же огонь! У него остался 1% здоровья! Тут нужен ключ! Налево или направо? А! Окей, оно исчезло, Я храбрый мальчик! Оу! Добро пожаловать, В чей-то анус. А, выглядит знакомо, тут ключ! Ключ! Я знал, что они засунут ключ в... В жопу? Эй, какого черта? Что это было? Они не хотели, чтобы я забрал ключ из этой жопы. Что это было? Осторожно, берегись этого огня! Оу! Да, я знаю. Это опасно. Идем, парни. Похоже на место для битвы с боссом. Я пригнулся, чтобы вы все видели. Оу, кажется, тут закрыто. Нам нужно найти ключ-карту. Может, она тут? Оу, что это за чувак? Может, ключ-карта у него? Иди проверь. Ты же хороший. Эй! Ох, парни, вы пропустили эпичную драку с этим челиком. Я отфигачил его, это было жестко и очень быстро. Я использовал свои навыки самообороны. Ты оставил от него одни кости! Слушай, иногда что-то приходится делать. Когда ты участвуешь в уличной драке, там нет перчаток, там типа нет никаких правил. Иногда приходится сдирать с кого-то кожу и плоть. Ну да! Задвигайте их, их надо... Вау, этот чувак даже не был мертв. Это убийство! О, я нашел ключ-карту! Не, это просто книга. Задвинь его обратно. Погоди-ка.
Я нашел ключ-карту. Эта ключ-карта какая-то слишком большая. Похоже на шоколадку от Вилли Вонки. Что ж, сэр, вы будете на втором этаже. У вас будет... А, паук! Серьезно? Ты такой эгоист. Слушай, мы обменялись скримерами. Скример за скример. Сэр, вам на третий этаж, а это ваш приветственный кирпич. Вот так. На обратной стороне пароль от Wi-Fi. О мой бог, что это за хрень? Я как будто пришел в какой-то крутой ночной клуб. Да, я подумал то же самое. Ох, блин. Это похоже на фильмы из 90-х. О боже. К червям, наверное, не надо. Лучше не падайте туда, парни. Поверьте. Это какой-то странный ночной клуб. А? Окей. Давайте, парни, годы Гарри Смода. Вы готовились? Я давно не играл. Ой, я появился тут. Опыт не пропьешь. О, окей, хорошо. Ладненько. У тебя получится. Ты много играл в Гарри Смод. Ладно, я верю в тебя, Луи. Ладно. Ты должен делать это быстрее. Чем дольше ты думаешь. О, он срезает. Он гений! О мой бог! Давай, давай, давай! Ну же, чувак! Я хочу перепрыгнуть C4 в конце! О чем это ты? Тут нет! Какого хрена? А, у меня было одно хп, ладно. Да, я горю! Ох, черт! Давай, Луи, ну же, тебе нужно перебраться сюда! Ладно, идем дальше. Вперед, команда. Лады. Давайте, погнали. Я готов напиться и потанцевать. Давайте сделаем это. Что это? Смотрите, тут походу компьютер из начала 2000-х. Что там написано? Оу. А, Мэттас, это ты должен прочитать. Чин-чонг. Чаумин. Утка по-пекински! Я только хотел сказать утка по-пекински. Сюда, тут открыто, тут открыто. Спасибо, сэр. Спасибо, что открыли эту дверь для меня. После вас. О-оу. Выживайте 3 минуты? Черт, это музыка. Сзади, сзади, сзади! Что это, блин? Что это? Что это? Что это? Не знаю, но нам нужно выживать 3 минуты. Это капец много, 180 секунд. Этого дерьма. Держимся вместе, держимся вместе. О, выход. Окей, выход здесь. О, какого черта? Что это за хрень? Это как за кулисье. Мы бегаем от тупых врагов. Посреди всего этого хаоса, это как в закулисье. Еще и таким голосом. Нам! Стоп, мы можем подождать здесь? Просто закрыть дверь? Нет, ее не закрыть. Посмотрим, забегут ли они. Нам засчитывается это время? Не думаю, что они продумали это. Парни. Они думали, что мы будем бегать там. Ладно, давайте вернемся туда. Окей. Идите направо, тут безопасно. Где вы, парни? О, черт! Смотри, они бегут за ним! Они запутались, они не знают, за кем бежать. Что за... Чем они занимаются? О-о, он идет за мной. Что за... Оу! Эван, отвлеки его, Эван! Погодите. Что будем делать? У меня кое-что есть, парни. Черт, не сработало! Не сработало, парни! Ау! Я на выходе, я на выходе! Уходим! Уходим! А, нет, не туда! Ты же сказал, что ты у выхода! Ты что, соврал? Нет, иди за мной! Сюда, сюда! Он близко, он близко! Давайте, заходите в дверь! О, закрой, закрой! Срань господня, мы сделали это! Но где 5 человек? Да, вот именно! Так, замолкните, замолкните! Оу! Что за... Видите, я же говорил! Конец!